can be some sacrificing business in the middle of the street. Leave your body bleeding, let you work for a piece of meat. Raw body skin on the fucking pavement. Cave in soul with your brain on the wall. Начинаем видик с подготовки балок к окрашиванию. Прохожусь вайтспиритом, снимаю всю пыль, грязь и прочие бяки. Короче, тестовый слой. Вот тут от кисточки остается текстура. Сейчас вот. Видно, да, зеленые моментики, которые типа не прокрашиваются, я так вот хуяк провожу, и вот зеленая хрень. Если оно все так себя будет вести, то я не знаю, как это дерьмо красить, придется что-то придумывать. Но по идее краска чуть-чуть подрасплывается, и она ложится равномерно. То есть вот я даже специально сейчас оставлю вот эти, вот так видно, да, вот эти зеленые полоски оставлю, и через какое-то время приду проверить, что с ними стало. Короче, доделал, вроде краска подплывает как надо. Все нормально, но в таком режиме мы не сможем, блин, красить это дерьмо, потому что это займет очень много времени, поэтому есть вариант проклеить по потолку малярным скотчем, закрыть потолок вот эту стену, соответственно, закрыть пол и с пульвика вот так вот, короче, их поставить все и все заливать с пульвика. Здорово, пацаны! Как впечатление? Огонь вообще, где-то 1500 лошадиных сил. Не, почему-то курок плохо работает, ну типа не сразу мощность набирается. Тяните. Потихонечку перекладываем балки, чтобы с ними было удобно работать в дальнейшем. А работа там предстояла непочатый край. 26 штук. Не мог бы и помочь. Как две булочки. Подгончик пиц. Ну, естественно, застилаю пол перед покрасом. Мы же помним про контрацепцию. А снизу парни просто застилают пол. Плиточки выкладывают. Короче, мне так некомфортно переделывать. Ром, выше не надо. В смысле не надо? Дальше МКЛ. Во, вот так она более-менее. Подними еще чуть-чуть подальше, чтобы поднять. Пристрелить снизу, чтобы она точно не убежала. Прикрутим. И уже вверх потом можно будет вот так, то есть один отгибает, второй ходит. Сложно? Нет, вид вообще другой. Нет! Черня! Давай не надо так проверять, когда я здесь стою. Только не дергайся лишний раз, пожалуйста. Как, вот так? Вот так? Предыстория на камеру не попала. Мы, короче, первый раз с Олегом приехали смотреть гараж. За 5 минут дважды уронили эту лестницу. Вот, я причем. Да, я. Первый раз я чуть Серегу вообще не убил, буста. И он наверху был, я начал подниматься, и никто не предупредил, что она не закреплена. Да. Вот. Серега был на самом верху и в последний момент успел подняться, короче, на кирпичи. Пипец. I am the danger. Короче, шел хер знает какой день. Вот ребятки тут доварили решетки, закрепили лестницу снизу вон. Сверху пока не закреплена, но в принципе по ней ходить можно. Сейчас сделаем тест в прямом ёпты эфире. Оп, 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 оп. Так, тут у меня, короче, вот, да, надо подготовить. Сегодня уже буду с аэрографа это все заливать. Ну что ж, настало время покраса. Исходная консистенция эмали была слишком густой, поэтому решил намутить такую тестовую брашку.
Намешал ее с вайт-спиритом примерно один к одному. Короче, довел до такой вот консистенции, она такая типа жиденькая, но в меру. Сейчас будем заливать в аэрограф и тестировать вот на этой балке. Предварительно я окрасил у нее одну боковину и низ полностью. Останется только вот этот бок и весь верх. Если, короче, все пойдет по плану, то работа с аэрографом будет крайне быстрой, ну, по крайней мере, очень сильно ускорит процесс. До этого я оттирал подошву с использованием ножа. Короче, на сегодня я закончил. У меня получается в общей сумме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И там 4 штуки. То есть 12 штук покрасил, плюс одна балка еще вот эта вот металлическая. Она будет вот сюда приделываться, на нее будет лебедочка идти. Вон, я сейчас ее даже покажу. Вот она. В одиночку я их сейчас не перетащу, Ромыч на заказе. Поэтому остается только чистить аэрограф, чистить кроссовки и собираться потихонечку, потому что время уже 11 часов почти. Короче, да, все жестко. Намечался покрас ворот, поэтому тачку нужно было слегонца подвинуть. Решил все-таки красить артоном, так как граффити-краска довольно устойчивая и на непогоду ей вообще чихать. Лучше бюджетный вариант, чтобы по бырику навести красоту. Блин, уже... Уже ни хрена не видно, короче, но... Оно прям равномерно легло, уже где-то начало подсыхать, я все-таки попытаюсь это... Вот, короче, да. Сухие куски, и они прям очень... Офигенно легли. Но сейчас уже прохладно, она будет медленно застывать, засыхать. Но в целом ворота теперь полностью черные. Пока красил ворота, вон парни тут прибрались конкретно. Навели суету уже есть, короче, да. Так что в гараже теперь чище, приятнее находиться. И на этом плюсы кончились. Короче, доделал очередные 8 штучек. Вот сейчас их будем паковать. Тут с Ромычем придумываем, да, схему, потому что надо, чтобы они нормально так лежали. И подсыхали. И подсыхали, да, потому что они же еще влажные, а это все уже как бы готовое, высохшее. Вот. Капать с них не должно. Главное, чтобы особо сильно краска не сдиралась, чтобы потом меньше подкрашивать. Сейчас мы ее просто возьмем. Так протрем. Короче, у нас финальный рывок. Да? Осталось 6 штук. Добби наконец-то свободен. Только тебе придется отдать свой носок. Осталось последнее. Вот учу Рому пользоваться аэрографом. Классная штука. Вообще. Так, ну ворота выглядят бодренько, несмотря на какие-то подтеки, да? Хоть они немножко портят картину, но в целом это выглядит гораздо лучше, чем то, что было. То есть это просто сейчас блики, а так получается полностью черное матовое покрытие, без непрокрасов, без... Ну, короче, получается единственным косяком в виде потеков. Вот то, что Рома вчера подкрашивал, вот типа вот этот угол был белым, теперь все серое. Вот там углы вот так вот сделаем. Короче, углы тоже серые, все вообще шикарно смотрится. Пятнышек на стенах нет, тут уже все успело ободраться, Рома тоже подкрасил и вообще шикардос. Вон там сверху я вообще не знаю, как мы делать будем, вот там тем более, но что-нибудь придумаем.
Сейчас, короче, эту стену замазан. Это потихонечку прибрался. И будем пробовать собирать стеллаж. Рука расслабляется, поток будет сам понятно, хотя писать закрывается на подключить. Хуя себе, блядь. Че это ты, блядь, халя? Короче, тут чуть не наебнулся потолок, скажем так. Насколько вы оцениваете по десятибалльной? Я ничего, ты что врёшь-то? Нормально всё сделано. Насколько по десятибалльной шкале вы оцениваете надёжность данного решения? Здесь всё нормально, здесь на 10. А, ну то есть вообще ничего не было такого, то есть подозрительного? Ничего не было, ничего не стукнуло, не треснуло. А, ну, блин, а я тут... Просто пранковали, что потолок... А, блин, вот оно что... Ты повиделся. Ай, черт, парни, ну вы, блядь, меня развели просто. Не засняли. Блин, вот я дурак старый повелся, блин. Обидно. Что там случилось, блин? Привет, какие не делали. Амак по прямой сразу зашел, ворвался туда. Короче, ну, во всем виноват. Что он сделал? Макс, признавайся. Что, я просто эти притащил. Да нет, все нормально, все хорошо. Показывайте давайте уже. Да вот ты даже не найдешь. Поцарапал, да, бал? Я уже вижу, вон там, блядь. Да? Зелененькое торчит. Это оно, да? Нет. Сука. Не оно. У меня везде глаза и уши, я за вами слежу, ребята. Уже. Докрашиваю решетки на окна, которые пойдут на второй этаж. И плавно добиваем первый стеллаж. Вообще полки были двух типов, широкие и тонкие, и пришлось подобрать определенную схему выкладки, чтобы, так сказать, минимизировать зазоры. Сломали, придавили. Короче, веселье продолжается, нам нужно вот этот стеллаж второй задвинуть к стене, да? Но чтобы это сделать, нужно подвинуть первый, который уже собран с кучей полок и весит уйву тучу килограмм, так сказать. Вот, поэтому, походу, придется это все разбирать. Ну, по крайней мере, полки просто. Короче, приколы продолжаются. Сейчас заходил Серега из бустов. Сказал, что что-то, блядь, кривые вот эти вот палочки. Да. Мы пересчитали, получается, что вот эти три полки нужно полностью разбирать и передвигать на одну штучку, блин, вверх. Короче... Ну, все дело в том, что мы до ночи тут работаем, уже под конец ночи, естественно, собирали это. Чтобы посмотреть, как они выглядят, чтобы посмотреть, как их расположить. Вот. Ну и, соответственно, ночью мы уже уставшие, много чего не понимали, и чуть-чуть накосячили, прибавили себе работы. И так каждый день по мелочи. Маразм.
Здравствуйте. Опять Red Bull свой принес. Химия. Но тут с Ромычем перетаскиваем оставшиеся балки на исходную позицию. Весят они немало, поэтому пришлось знатно попотеть. Ведро воды, хуй туда. Да. Добавь, блин, для крепости. Рыбучек, обязательно пару капель. Вот. Секретный ингредиент. И все получится шикардосно. Ну что, Ром, будешь строить свой кирпичный дом? Или нет? Опять выключили свет, к слову. Ребят, не пейте Red Bull, потом такую хуйню будете делать. Сладкий хлеб. Сладкий губалех. Покажи ладошки. Идеальные ладошки. Смотри, что-то ползает там. Труднодоступно. Тут немножко лениво прокрашиваем решетки с обратной стороны. И на сегодня наша работа закончена. Встретимся, писюны, уже в четвертой и на этот раз в финальной части гаража. Dinner on my tiptoes, bitter. My life is so bitter. I don't wanna be facing my face.